Лето, пора поездок на самокатах, велосипедах и роликах. И, как показывает статистика, именно в этот период возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Чтобы предупредить несчастные случаи на дорогах, представители госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. Местом проведения рейда стала улица Митрофанова в районе Наташинского парка. Самое популярное и в то же время опасное средство передвижения – электросамокаты. На водителей этого транспорта сотрудники госавтоинспекции обращают особое внимание. Памятку вручаю. Аккуратнее, не нарушать правила дорожного движения. На пешеходных переходах обязательно нужно спешиваться. Поле зрения и велосипедисты, и обладатели обычных самокатов. Но памятки с правилами дорожного движения вручают и пешеходам. Предупрежден, значит вооружен. На проезжей части вам выезжать нельзя. Выезжать можно с условием, если нет тротуара. В Люберцах везде у нас есть тротуары, пешеходные дорожки. Кроме сотрудников Люберецкой госавтоинспекции, в рейде принимает участие инспектор по делам несовершеннолетних. За нарушение правил дорожного движения детьми ответственность несут родители. За нарушение правил управления техникой, не имеющей водительского удостоверения, не имеющей права управления, штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предусмотренный кодексом административного правонарушения, статья 12.7. А также со стороны электросамоката, статья 12.29, часть 2. Не спешится, управляя вдвоем на электросамокате, одной рукой, иные правонарушения. Такие рейды представители правоохранительных органов проводят регулярно и на территории всего городского округа. Проверять несовершеннолетних водителей на соблюдение правил они будут до окончания летних каникул. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.